Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Kingroy. Код товара 077МДА. Состоит набор из 77 предметов. Поставляется он на такой вот бумажной упаковке. Выпускается он на острове Тайвань. Это указано здесь даже. Вот. И по комплектации. В наборе 2 рабочих квадрата. 1,4, 1,2. 2 трещотки. Данная трещотка под квадрат 1,2. Имеет быстрый сброс, реверс, рукоятка пластиковая. Надпись Kingroy на каждой трещотке, да, и на каждой единице инструмента надпись Kingroy идет. Трещотка в наборе силовая на 24 зуба. Чем меньше зубьев в трещотке, тем она более устойчива к нагрузкам. И трещотка под квадрат 1,4. Также на 24 зуба, имеет быстрый сброс, реверс. И рукоять пластик. В данном наборе идут ключи торцевые шарнирные. Здесь их 4 ключа на 8,9 мм, 10, 11, 13, 12 и 14, 15 мм. Вот такие они идут 12-гранные. Надпись Kingroy Chrome Vanadium. Ключи комбинированные, в наборе их 11 штук, самый маленький на 7 мм, самый большой ключ на 19 мм, также комбинированный. Как видите, тоже Kingroy Chrome Vanadium. Почему-то всегда спрашивают у нас, есть ли логотип или выбитый вот логотип или надпись на инструментах из набора. Да, здесь везде вот надпись Kingroy на всех единицах инструмента. Набор V-образных ключей шестигранных. 7 штук в наборе их. Далее T-образный вороток под квадрат 1,4. Под квадрат 1,2 воротка нет T-образного. Удлинитель. Под квадрат 1,4, 100 мм. Два удлинителя под квадрат 1,2, 250 и 125 мм. Далее два кардана 1,2, 1,4. Головка свечная на 21 мм. 16 мм в наборе нету, только 21. Внутри резиновая вставка, что исключает выпадание свечи при откручивании. Головки короткие, здесь их 22 штуки. Профиль шестигранный, самая маленькая 4 мм и самая большая на 32 мм. На головках синяя полоса, также Kingroy и Kingroy внизу выбита еще. Размер головки и CRV, то есть Chrome Vanadium, материал изготовления. Переходник под биты. Он используется с битами. Они идут у нас в боксах. Вот боксы съемные, то есть вытягиваются шестигранные. Есть торкс биты. Шлицевые и крестовые. Взять биту, которая вам нужна. Но использовать здесь можно только с трещоткой. То есть отверточной рукоятки в наборе нет. Подсоединяйте трещотку. Можете использовать также удлинитель. Также имеется переходник для работы с шуруповертом. Тоже можете использовать переходник под биты, одевать и вставлять в патрон шуруповерта. Нужную биту выбираете или можно одевать головки под квадрат 1,4. Так, по комплектации все.
Кейс для хранения из пластика, синего цвета. Кейс состоит из двух частей. Сейчас я закрою его. Запирание осуществляется на металлические защелки. Также имеется логотип Kingroy. По пластику пластик жесткий. Кейс очень высокого качества. Вот металлические замки. По Kingroy. Профессиональный инструмент высокого качества. Положительные отзывы только имеет. Поэтому мы рекомендуем его к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.